Hi. Дальше. Все, дальше. Так. Дальше. Дальше. Туда. Внутри. Три секунды, следующий. Три секунды, следующий. Аша. Туда дальше. Давай. Так, и свою руку. И сюда идешь. Коп, 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 коп. И посмотри, как под дзюдо такое. Погребленное. Ай. Серву там пришел учитель. Давай, Денис. Ай, Денис, укрязы. Ну. Давай, давай, давай. Давай, Денис, еще раз. Все. Давай, Денис. Хорошо. Ай, все, бросай. Ай, 3-0. Проверь, Георгий. Серега, на него ложись. Перевернись и удержи его, Серый. И держи его. О, видишь, Серый, что там было по-другому? Как по-другому? Ну, ты-то у него же не ушел. Георгий ушел, у него нет. Хорошо, хоп, там 3-0. Дальше. Давай делай, Мате, баскетбас номер Удоля. Мате, баскетбас номер Удоля. А, Лукряза, быстрее. Бери руку, вот, смотри, этот. Нет, сверху, сверху, сверху. Еще раз, Денис. Можно было еще Георгий палец ему. Хорошо, минута осталась. Так ты, что ты стоишь, приседай уже. Эй, попу опусти вниз, встань на колени. А он рядом с кем послать? Денисом. А Сырву? Эти борются. Сырбу, кстати, это на петух. Ногу вперед.
Хорошо. Мате. Встали. Пошли вокруг ковра. Сейчас 25 бросков на скорость. Готовимся к четвергу. Йосиф, о чем думаешь? Что-что? Так, все, разобрались по парам. Первый номер. Дождь, Шоренкей. Встали. Так, для того, чтобы было интересней. Значит так, Сержик, вперед. А у меня нет? Георгий. Да-да-да, вперед. Игорь, ты пойдешь к Георгию, потому что он потяжелее. Сержик, а ты идешь к этому, к Йосифу. А ты пока, что ты рассматриваешь там? Себя смотришь? Да. Брат, садись пока. Раз, два, три, четыре, пять. И Даник шесть. Так, три пары. Идет, вот смотрите, раз, пара, два. Вот эти три, вот эти, раз, два, три, ушли, сели. Сержик, туда. Сели, да? Нет, нет, встал, приготовились. Нет, Сержик, ну хорошо, вот так стоим. Так, сейчас. Где мой секундомер? Так. Как его? Встань сюда. Считаешь вслух 25. Вот бросок, ты говоришь раз. Бросок два. Унгуряна. Считаешь там. Без склона. Нет, без падения. Без склона сюда. Встал вот сюда, сел на манере. Еще раз. 20. Нет, на стол. 25 бросков, чтоб было. За 2 минуты? Уну. Приготовились. Джи! Дождь! Громче считаем. Кто сделает 25, отдыхает. 30 секунд. Считай, что убьет. После 25 отдыхают. 52 секунды. Есть? Да. Минута 4 секунды. Не слышал? Стоп, минута 22. Уползли. Следующие две пары. Дань, посчитай вот эту пару. А, Дань, чучело взял и туда. Ну ты опоздал сегодня, я думал тебя... Ну себя хорошо чувствуешь? Внимание! Кто бросает? Кто тут считает вас? Посчитай, Георгий, пожалуйста. Внимание! 25 бросков должно быть! Класс.
Да, Ник, это не бросок, Йосиф, читай его. Давай, вставай, Аглад. 30 секунд. Кто сделает, сразу русского говорите, что сделал. Говорите громко, чтобы я слышал, что 25. Минута 5. Минута 5. Минута 5. Не успели. Следующие приготовились. Следующее. А отдохнули? Да. Дать еще отдохнуть? Да, можно? Да. А то он устал. 5 секунд. Он устал? 5 секунд? Да, отдыхаем 5 да, секунд. А что он устал? 3 километра. Куда? Да, он 3 километра сегодня бегает. Так если бы он бегал все время, он бы пробежал. Его же не просто, чтобы он сделал это, рекорд Европы установил, рекорд города. Спроси последний раз, когда он бегал. 2015. Ну, и то за девочкой. И не поймал ее. Понимаешь? Побежал, она говорит, поймаешь, буду твоей. Он побежал и не догнал. Он говорит, хоть согреешь. Зимой было дело. Сейчас, вот, смотри, видишь, его все подходит. Все. Все, да? Приготовились. Кто считает? Здесь считает, только громко. Кто там считает? Тимбуряну, здесь, Владимир. Внимание. Сейчас, сейчас. Я? Поставил, поставил. Когда сделают, сразу кричите громко. И джейс! Один, два, два, двое, два, три, четыре, четыре, семь, семь, был парень, жил во Флоренах, тренировался в Олимпии, пошел, хотел поехать на чемпионат Европы и начал совмещать тренировки с работой, зарабатывал деньги на поездку. Он бегал из Олимпии во Флорены и обратно после, на тренировку и с тренировки. 3 раза в неделю, а то и больше. Так готовятся. Теперь расскажу про гимнастику, олимпийские чемпионки. Дерюгина.
Ирина Дерюгина, да? Да. Вот наша, вот на сейчас в этом парламенте российском. Кабаева. Алина Кабаева. Еще раз. Это сборная. Когда у них был один день отпуска, то есть в воскресенье они отдыхали, они жрали. Вечером у них весы были, они становились на весы и смотрели. Если у них больше вес, они одевали костюмы, бегали кросс. Это художественная гимнастика. Они так дохлые, худые. А вот я смотрел фильм, Алина Кабаева рассказывает, когда она приехала, она занималась в одном месте, в Казахстане, кажется, ну, Казахстан или Узбекистан, а потом там, значит, набор был. И она приехала и как бы хотела поступить в Москве в школу Винер. Это величайшая тренер по художественной гимнастике, которая уже в пределах 15-20 лет или чемпионки мира Европы, наши самые лучшие, одни из, ну, лучших, можно сказать. И когда она посматривала, тренер ей сказал, говорит, хочешь, говорит, записаться в нашу школу? Ко мне. Да. Чтобы завтра у тебя было на 3 килограмма меньше. И все. Человек попал. Девочка. И считайте, что ей было уже тогда 12 лет. Сказали, у тебя лишний вес, 3 килограмма. Придешь, будет норма, мы тебя запишем. Чувствуете? Девочка. 3 килограмма. 12 лет. А мы мальчики. Так, сейчас кого тебе дать? Давай мы тебе Георгия дадим. А потом вот ты чуть-чуть Георгий устанет, моего брата. Брат тренируется, правильно? Да. Можете сразу с братом дать? Нет, давай, папа. Я... Давай, Георгий, иди, приготовься. Так, брат. Сережа с братом поборется? Да. Да. Иосиф? Да. Ну хватит. Где Иосиф? Иосиф? Где? Иди сюда. Садись сюда пока. Выкайся. Пока не устану, ты посидишь. Так, Чезарь. Прошу, Георгия. Боремся в партере. По греблингу. Сэбу, диску. Прошу вас. Владимир, что сидишь? Ау. Не понял. Греблинг боремся? Да. А, кстати. Кстати, пацаны, третий год, четвертый, пятый, не забыли там соревнования? Сэго, перейдите сюда, даже вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Георгий? Да. Нет, вот вы, уйдите вперед, пожалуйста, туда. Вот ваш там край. Вы здесь боретесь, Сэго. Все, ошизайте, сели на колени. Готовы? На колени? На, да, с колени, просто. По греплингу. Удержание. Только не 3 секунды, 5 секунд. Это что? 3 балла. Будем говорить так, чтобы вы не заморали, 3 балла, да? Если вы перешли на другое удержание, например, с другой стороны, 3 балла. Сели верхом, 3 балла. И все. Дальше надо сделать болевой. На одну руку, на другую руку. Не, на руку, на ногу. И удушающий. Тогда вы можете набирать очки удержаниями. Готовы? Дует Сереженька, да? Да. Хорошо. Чего? Я чего дую, так здесь все закрыто. Ну дует человек. Ну все. Может, сдувает тебя? Да. Не сдуло тебя я еще? Не сдуваю. Пока нет. Даня, да. Ты иди сюда. Проверь, Иосиф. Иосиф, ложится на спину. Иосиф, иди сюда. А вот твое быстрое движение. Ее берем. Ты ложишься. Он старается сделать удержание. Да? Старается не давать. Он взял. Еще раз. Три переворота. Упала ты. Взял удержание. Отпускаешь.
Не, и не держишь. Еще главное, что тебе переворачиваешь, поставишь свою руку, она тебя улетит. Но когда сереброй, он получается слабенький, потому что он устал, для тебя он очень сильный. Ты руку распускаешь, она пьет и улетит. Поэтому отпускаешь, становишься на ноги и движешь справа, слева, стараешься картину удержать. И делаешь движение. Одно резкое движение, пойдешь сюда. Просто аккуратнее. Я вас прошу, бегите вот на тот край. Смотрите, чтобы не ударились, Игорёшенька, Игорёшенька, чуть-чуть, пожалуйста, держите. Отдыхайте самостоятельно. После 15 минут боремся. Георгий, Матэ. Георгий, Игорь, также, только перейдите сюда, пожалуйста. Этот. Чезар, чуть-чуть подвиньтесь туда. Они все равно там будут больше лежать. Все, работаем, пацаны. О, Кири там попался. Что ты делаешь?
Если 8.30, это за 15 минут, то это 16.
Вы бы побегали, ушли, потом пришли они, побегали, ушли. Ну, все равно выходить не будет. Я буду, если это скажете. Потому что я свое личное время буду ходить. Просто приходите, сидеть одному здесь. Нет, я приду, если это скажете. Все, вы боретесь еще 15 минут. Подряд? Можете сами. Подряд? Отдохнул и пошел дальше. Поменял партнера. Только не так брать. Взял этого Андрюху, который сопротивление не оставил. Вот взял двоих, вот например, кого. Взял Дениса и Сыргу, один имеет против них. Да, можно. Но лучше не стоит. А то может ударить. Или оставить вас так? Нет, мы будем. А? Мы будем. Все, поехали. Начали. Я еще раз говорю, поборолись, устали немножко. Отдохнул 30 секунд. Пошел воды попил, пописал, покакал, попку выйти, и он вперед. Руками можно выпилить. Да, не берем. Потом бороться. А потом бороться. Я думаю, что это же тоже. Как не знал. Ты будешь бороться или стал? Нет, бороться. Бороться, да? Стойте еще в партию. Нет, партию. Вы хотите стоить? Да. Мы продолжим тренировку. Да? Стоять. Не можете? Что-то еще. Тогда нет, тогда три пары. Встали все. Три пары. Вот вы. И Чезар, иди с Георгием. А разрешите? Ну что, что? Да, как мы сейчас. Так? Да. Тогда вот эти три пары, вот эти двое, садитесь. А, вот вы здесь двое. Прямо либо с этим идут. Два, сейчас. Мы не поймем. А мы поговорим. Мы будем сейчас ехать. Ну так, нет, вы идите сядьте лучше. Я вам скажу, почему. Потому что три камеры работают. Ты знаешь, что со мной будет. Как хотите. Денис, вот это чучело между вами положите. Он грянул. Вот кроме них двоих, с кем ты еще можешь побороться? Давай. Сейчас, одну секундочку. А вы здесь тогда, да? Или вы там побудете? Идите сюда вдвоем. Я знаю, что я вам дам. О, правильно. Самый сычковый вариант. Давайте сделайте так. Смотрите. Мне не играет сколько. Все, готовы? Хаджиме. Будете меняться. Посмотрите, послушайте меня. Как вы будете бороться? Сейчас я скажу. Вы идете туда и делаете любые упражнения, но у вас должно быть 700 раз. Вот ты сел и делаешь 30 раз, там 20 раз, там 50 раз. Вот, в общем, 500 или 700. Хорошо? 500 это мешок, 700 это... Не-не-не, Даня, сюда. Ты же будешь музыку слушать там. Да, с девочкой разговаривать. Даник, иди сюда. Да. Обойди, пожалуйста. Сэр, пойдешь с Угуряну? Да. Ну, идите сюда. Так, кто здесь борется? Борется в партере. Там в стойке, а здесь в партере. Чтобы не мешать. Чтобы оно снимало. Я не дождя, а вы не
дверь закроют. Чезар, ты пойдешь там в тройке? А я знаю, кто здесь борется. Месси против Рональдо. Да, Буряну? Месси против Рональдо. Чей он друг? Можно? Да, хорошо, Саша. А, вот все, он тебя бросил. Рональдо сверху. Нет. Стоп, стоп, не беги. Отойди в сторону. Где ты сидишь? Стой сюда, посмотри. Да что вы ему подсказываете? Как? Вот, смотри. Да если чего. Нет, я вот так. Если ножку меня посмотри. Если ножку выкинуть, пожалуйста. Я... Если что. Посмотри. Сейчас, сейчас. Лишь ноги и лёд. Да. Мне по-другому не получается. Я не могу потерпеть. Вместе. Вместе. Видишь? Не здесь, а вот отсюда. Отсюда. Ой, вот, ой, вот, ой, вот, руки, руки сами проходят. Только если ты его держал. А для того, чтобы держать, надо иметь. Вот. Я снимаю там. Сюда, сюда. Я не могу. Андрюх, да ты его пока победи. Да. Нет, Сергей. У вас вариант. Ну, хорошо, пока кто все ценой поверит. Да нет, он быстро. Я это умный. Это не так что ты. Да, это не так. Да, это не так. Да, это не так. А Мария Дейка может начать. Да, ты не крепсы, ладно, не убей.
Comprei assim um coramã. Денис, Матэ ушли, Денис. За горло. Если вам поставить... Если по грэплингу, им по барабану. А? Если по дзюдо, то... По дзюдо им... Надо было крикнуть. Так нельзя.
плане на сдался. По какой борьбе боролись? По грэпплингу. По грэпплингу, чтобы выиграл, а если по дзюдо, то нельзя. А что, вместе можно грэпплинг? Может, и по грэпплингу нельзя, но мы тогда боролись. Дарь, заплати мне на лицо душу, Дарю. Эй, на лицо. У нас можно. Ян, пошли не пасху. Да, я не спал. Дюха еврей, потому что он поддается, а потом выигрывает. Что выиграет? Андрюк? Басовки мать моя. Роза поднимает. Морда его в ковер отбирает. Оля, ну там не считается. Только по самбо. По самбе. По самбе тоже. Да, прижаться надо. Нажимай теперь, нажимай, нажимай. Бля, ну ты чувствовал, что? А? Да. Бросил друга. Бросил вместе с номер. Вместе? Да. Вместе с десятым. Ну, где будет? Девятым. Почему? Слава, кстати, да. Я все был перепутал. Он вместе. Шарга. Думал, что вместе, а он не вместе. Перепутал цифры. Нет. Варшавин опять сидит. Во мне сидят. Варшавин написал. Во мне сидит без такой. Вместе что? Без одной цифры. В ноль. Варшавин десятый? Не знаю. Блин, сейчас уважаете меня. Уважаете, как отстали. Играет хорошо. Он старый, будет 30-33. Много колок делает. Такие посуды классные, красивые. Он играл классно. А сейчас, знаешь, старенький, ребята. Ну, они заиграли, взял деньги и... А кто не любит? Все, попался вместе. Барселона. А медаль. А что приснилось? Салют. Салют в честь Месси. А ну, а я что? Месси пока посидит салют, посмотрим. Реал Мадрид. О. Денис, ты таких здоровых мучаешь. Они даже матерятся. Это ты что, за хозяйство схватил что ли? Нет, я случайно. Вот это сделал. Чезар, аккуратно борешься, Чезар. Все делаешь аккуратно. Стоп. Еще раз, Чезар, все делаешь аккуратно. Стоп, Чезар, стоп. Вот это. Не знаю, выиграл ты или проиграл, но просто если ты попадаешься... Георгий, делаешь бедро,
стоишь на прямых ногах, наклоняешься, падаешь вниз головой. Вот смотри, держишь его, держишь, наклоняешься, падаешь на голову. Ты его брат и бросаешь. И он не падает, и ты, и оба головой идете. Выпрямиться, выпрямиться и присесть. Оторви его, посади себе его на таз, а потом брось. Стоп, не стой, мате. Угуряну мате, перейдите сюда. Чтобы не упали просто. Вот сейчас он подвернется через грудь. Эй! Умудрился упасть. Вот, Георгий, голову под мышку. Голову под мышку запусти ему. Возьмешь двумя руками и все, и задушишь. Нет, так нельзя душить. Сразу по тренировке. Дальше, дальше ноги. Ну, то, что сегодня показывали, Георгий. Ну, тренировка, давай. Была первая. Денис, ушли. Денис, ушли. Можете в эту позицию только туда. Да блин! Наборолся? Игорёк, наборолся? Наборолся. Серый, наборолся? Георгий, наборолся? Да. Все, можете мысли идти домой. Нет, тоже мысли. Да, стой. Нет, нет, нет. Чезар, туда перейдите. И дверь, Игорёк, дверь открой, можешь. Давай, Андрюха, сделаешь 30 заседаний. Нет. Вот ты будешь дать. Да иди вон туда, иди сделай, что все буду потихоньку отпускать. Иди сделай 30 приседаний отжиманий прием. Ну, сегодня пришла девочка, я ее так доказал, так она 10 раз руки еще за голову на меня смотрит, 10 раз присела. Спокойно. Я ее привел сюда, показал пацанам. Да, какая? Шестой класс. Здесь тэквондо. И вообще никаких проблем. Слова не сказала. Наказать, наказать. Сняла только рюкзак, мобильник спрятала и платье так 10 раз спокойно присела. Давай 10 раз, 30 раз присядешь, отжимание тебе. И все, и домой. Можно 10, по 10. Сделай по 10, все. Ну, в общем, 30, чтобы. Ну, хочу. Хорошо? 10 приседаний, 10 отжиманий и 10 пресс. Тогда лучше вообще не делать. Или 30 стилюх иди. Июня, когда будет день недели. Да, соревнования. Я хотел бы пойти там. Вот ты идешь, куда боишься, а потом куда хочешь. В Россию. Еще раз. В Россию.
А, Сергей Анатольевич, а где мы идем в Россию? Куда? А, в Россию? Да, и в Россию. А в Россию там, пацаны, я даже не знаю, там 60 килограмм самый большой вес. Я принесу в четверг положение в день. А куда мы идем? Постараюсь 65 и потом... Можешь просто 6 килограмм? Да. У меня там вес. У меня 62. 62. Давайте я принесу положение. А куда, в каком городе? Белгород. Паспорт есть за град? Да, уже сделал. Паспорт есть. Да? Давайте тогда я в четверг принесу положение. Мы еще раз посмотрим. Сколько мне идти? Там, наверное, 7-го день приезда, 8-го, 9-го борются, и 10-го уезжают. Это значит, я это тогда отправлю, чтобы он сказал. А сколько идут? Я еще даже не начал ну, собирать. Ну, как там пойдут, Максим, они тоже. Да, ну, как там поехали. Да. Я точно пойду, и мама, и папа знают. Еще тех прошу. Ну там брать, если брать Ливию, да, там не, никакие. Просто так, прийти, чтобы упали. Там вообще мои люди. Хайкова. Так что в России 2004. Хорошо, мальчики. Все, Георгий, наборолся? Нет, не наборолся. Идешь туда, берешь 16 килограмм. Куда? Тренажерный зал. 16 килограмм на 5 минут. Да. Гири 16 килограмм. Она большая, круглая такая. А что будете делать? Да, он говорит, что у меня будет. Я завтра позвоню, знаю, как, что там. Хорошо, а сколько она надо? Я вот завтра узнаю, чтобы пойду еще раз. Деревец тоже едет. Не надо, не надо, они сейчас борются. Вот здесь, сейчас тебе скажу. Да, вот сюда, так. Чуть убери дальше. Смотри, что делаешь. Пока убери, пожалуйста, через 10 минут. Вот это, вот это часть. Не это, а вот это. Отсюда. Не-не-не. Лево. Вот ты что, 5 минут. Мальчики, мальчики, на канат залезьте по 5 раз, пожалуйста. Посмотрите на сыр. Я. Да вот пока бы не смотрели, я помню. Да. Все, да? Нет, нет. Все, я понял. Он 20 секунд держал. Он. Был бросок без кона. Я не верю, поэтому не могу сказать. Без кона какой? Я вам покупал немножко, дебил.
сюда же так скажешь, что я стоял. Андрюха, Андрюха, смотри, подножка дебил. Но почему дебил? Ну, может ошибиться, может правильно сказать. Дебил. От Андрюха. Неужели сыр был выиграл? Сейчас надо найти больше. Да, он телефон. Ну, тогда я просто сидеть. Неужели сыр был выиграл? Смотри, вот так. То есть у тебя палец уходит сюда, ты как бы палец вон сверху. Сербу, так вы боретесь или что делаете? Матей Сербу. Дуди. Все, пап. Так, что, Денис? Мальчик. Денис выиграл, да? Да, нет. Он выиграл, выиграл. А Денис всех проверяет. Андрюха, или качаться, или домой. Я сказал, Андрюха, положи мяч. Ты не сделал 30 отжиманий пресс? Нет, все, значит, все. Мячик убери, Андрей. Не могу разрешить. Вот сделал бы, тогда, пожалуйста, а так нет. Аккуратно, Чезар. Давай, 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 еще. Знаешь, сколько у тебя осталось? Полторы минуты. Давай, давай, бей, бей. Посмотри на меня. Посмотри. Нога стоит. Гиря здесь. Нога здесь, и ты бьешь. То есть смотри. Гиря и напротив нога, чтобы ты пил движение. Пил. О, да. Стой прямо. Пару раз ударил и уже старайся не смотреть. Разворачивай стопу. Прямая нога. Так, минута осталось, уже меньше. Возьми дальнюю руку, выключись. Души. Интересно, Денис, чем он сейчас дышит? Есть. Есть, есть. Оп. Разворачивай стопу. Разворачивай, не разворачиваешь. Бьешь костяшкой. Вот этой костяшкой бьешь. Разворачивай. Давай, 15 секунд. Пошел. Два. Давай, давай. Посильнее. Нет. Я должен быть. Хорош, Мате. Все. Забираешь и просишь, может быть свободен. Вот так вот каждый раз должен быть. Все, Чезар, и пон. Да. Отлично. Сейчас мы будем, пацаны, проверять его. Все, Андрюша, все, чужая тренировка. Андрей, все.
Все, Андрюша. Телефон оставь. Твой телефон? Нет. А чей телефон? Корректный, быстренько. Так. А что она? Да. Внимание сюда, приготовились. Чего? По моей команде начинаем делать. Итак, спиной не касаемся. Кто умеет перевороты туда-обратно? Да. Давай быстрее. Так, окей. Значит, смотрите, ребят. Миша, думайте. Значит, вешайте кимоно, оно валяет. Да. Остается там ноги. То есть, не нравится. Так, приготовились, переворот, забегание. Мам, что ты качаешь? Готовы? Да. Три уорстинга, три дряпки. Внимание. Джон. Забегание. Двой. Три. Патру. Что ты лежишь? Чинч. Шасса. Мате. Так. А сейчас я вот проверю каждого. А то вы такие. Хорошо. Давай, Побегали и ушли.
Но все равно выходить не будет. Я буду, если это скажешь. Потому что я свое личное время буду ходить. Просто приходить и сидеть одному здесь. Нет, я приду, если это скажешь. Все, вы боретесь еще 15 минут. Подряд? Можете сами. Подряд? Отдохнул и пошел дальше. Поменял партнеров. Только не так брать. Взял этого Андрюху, который сопротивление не скажет. Вот взял двоих, вот например, кого. Взял Денис и Сырву, один имеет против них. Да, можно. Но лучше не стоит. А то может ударить. Или оставить вас так же. Нет, мы будем. А? Мы будем. Будем. Все, поехали. Начали. Я еще раз говорю, поборолись, устали немножко, отдохнул 30 секунд, пошел воды попил, пописал, покакал, попку вытянул и вперед. Руками можно вытянуть, да, Игорь? Потом бороться. А потом бороться. Я думаю, что это же тоже. Георгий, ты будешь бороться или сам? Нет, бороться. Бороться, да? Стойка еще в партере. Нет, в партере. Вы хотите стойку, мы же нет. Да, стойка. Да? Стойка. Стойка. Тогда нет, тогда три пары. Все? Встали, Матер, встали все. Три пары. Вот вы и Чедор, иди с Георгием. А разрешите? Ну что, что? Так, как мы сейчас. Так? Да. Тогда вот эти три пары, вот эти двое. Садитесь. Значит, а, ну вы здесь двое. Бурян, иди вот с этими двумя. Давайте сейчас. Да. Мы его не поймем. А мы поговорите. Мы боремся сейчас где-то. Ты держал держать? Ну так, нет, вы идите сядьте лучше. Я вам скажу, о чем. Потому что три камеры работают. Ну что, устал? Денис, вот это чучело между вами положите. Он грянул. Вот кроме них двоих, с кем ты еще можешь побороться? Давай. Сейчас, одну секундочку. А вы здесь тогда, да? Или вы там побудете? Идите сюда вдвоем. Я знаю, что я вам дам. О, правильно. Самый сычковый вариант. Давайте сделайте так. Смотрите. Мне не играет сколько. Все, готовы? Хаджиме. Будете меняться. Посмотрите, послушайте меня. Как вы будете бороться? Сейчас я скажу. Вы идете туда и делаете любые упражнения. Но у вас должно быть 700 раз. Вот ты села, делаешь 30 раз, там 20 раз, там 50 раз. В общем, 500 или 700. Хорошо? 500 это мешок, 700 это... Не-не-не, Даня, сюда. Ты же будешь музыку слушать там. Да, с девочкой разговаривать. Даник, иди сюда. Обойди, пожалуйста. Сыр, будешь суп Мугуряну? Да. Ну, идите сюда. Так, кто здесь борется, борется в партере. Там стойки, там стойки, там стойки, а здесь в партере. Чтобы не мешать. Чтобы оно снимало. Дверь закроете. Чезар, ты пойдешь там в тройке?
А я знаю, кто здесь борется. Месси против Рональдо. Да, Гуряна? Месси против Рональдо. Да. Да. Чей Андрюха? Мой. Нет. Ладно. Все, не ты. Ладно. Да, хорошо, хорошо. А, вот все уже, бросил. Вот тебя бросил. Рональду сверху. Нет. Стоп, стоп, не беги. Отойди в сторону. Где? Ты сидишь. Стой сюда. Посмотри. Да что вы ему подсказываете? Вот, смотри. Да есть ведь вот. Окей, окей. Все, из-за души. Нет, я вот так. Сейчас, секундочку. Если ножку, нет, если ножку выкинуть, пожалуйста. Я, если что, посмотри. Сейчас, сейчас. Лишь ноги и лёг. Дальше руки. Мне по-другому не получается. Я не могу не потерпеть. Меньше. Меньше. Видишь? Не здесь, а вот отсюда. И отсюда. Ой, руки сами проходят. Только если ты его прижал. А для того, чтобы прижать, надо иметь. Я снимаю. Вот сюда. Сюда, сюда. Скоро принесем в курану.
я замуж. Ну, ты спать тут, да? А я тебе деньги. А, нет, надо потом сделать деньги за деньги. А, ну, нет, ты мраком ты остался. Воу, ты что поставься? Ты полила меня в бича. Да. Это знаешь, Кир? Что? То напиток, что ты убьешь, силы придает. Все равно не поможет. После этого напитка он может ноги поломать. Отжири. Это для больной на горло помогает. Иди, иди, иди. Сербу, мамка. Серб. А он не хочет. Он трус. Нет. Мама говорит, что ты трус. Мама, блин. Ты боишься сюда. Ребят. Так ты делала, что я пью чай здесь сначала. Да? Пью чай, ребят. Кидай. А я вам все спокойно. Так ты не пью чай, вот. Моя мама, я да, вот смотри. А, ты пойди на стрелу, а ну давай, да. Что ты пей? Здесь отгрались. За горло. Если вам поставить если по греплингу, им по барабану. А если под дзюдо, то мотэ. Под дзюдо. Надо было крикнуть. Так нельзя. Он не сдался. По какой борьбе было? Поправить. По греплингу ты выиграл, а если под дзюдо, то нельзя. А что, вместе можно? Вместе?
Может, и по греплингу нельзя, но мы тогда боролись. Да, вот тут, Гарри, захватите на лицо душу, Гарри, эй, на лицо. У нас можно. Вот как Андрюха евреев просто, он поддается, а потом выигрывает. Что выиграет? Андрюха? Посылки мой мои. А Роза пойдет. Морда его в ковер. Почему? Оля, ну-ка. Не считается. Только по самбо. По самбе. По самбо курить. Да, прижаться надо. Нажимай сюда, нажимай, нажимай. Брата? Нет, Москва. Бросил Месси. Есть Сергей. А у Месси у него 10 номер, у него 9 номер. У Месси? Да. У Месси 10. Нулевой. 9. Почему? Слава, кстати, да. Я вот цепу перепутал. А он в Месси. Он все отвечал, да? Думал, что Месси, а он не Месси, блядь. Перепутал цифры. Нет. Он Месси без одной. Месси что? Без одной цифры. В ноль. Чезар, все делаешь аккуратно. Стоп. Еще раз, Чезар, все делаешь аккуратно. Стоп, Чезар, стоп. Вот это. Не знаю, выиграл ты или проиграл, но просто если ты попадаешься... бедро, стоишь на прямых ногах, наклоняешься, падаешь вниз головой. Вот смотри, держишь его, держишь, наклоняешься, падаешь на голову. Ты его брат и бросаешь, и он не падает, и ты, и оба головой идете. Выпрямиться и присесть.
Оторви его, посади себе его на таз, а потом брось. Кто? Мешком мате. Угряну мате. Перейдите сюда. Чтоб не упали просто. Он повернется через грудь. Эй! Умудрился упасть. Георгий, голову под мышку. Голову под мышку запусти ему. Возьмешь двумя руками и все, и задушишь. Нет, так нельзя душить. Я сразу потренировался. Дальше ноги. Вот то, что сегодня показывали, Георгий. Тирок, гада, хватит. Денис, ушли. Можете в эту позицию только туда. Да блин. Наборолся? Игорёк-то наборолся? Наборолся. Серый наборолся? Отлично. Георгий наборолся? Да. Все, можете мысли идти домой. Мне тоже можно. Да стой. Всех вместе? Да. Чезар, сюда перейдите. И двери, Игорёк-то, двери открой, можешь. Давай, Андрюк, сделаешь 30 заседаний, приезд. Кого ты будешь дать? Да иди вон туда, иди сделай, что все будут потихоньку отпускать. Иди сделай 30 приседаний, отжиманий приезд. Сегодня пришла девочка, я ее так доказал, так она 10 раз руки еще за голову на меня смотрит, 10 раз присела. Спокойно. Я ее привел сюда, показал пацанам. Какая? Шестой класс. С тэквондо. И вообще никаких проблем. Слова не сказала. Наказать. Сняла только рюкзак, мобильник спрятала и платье так 10 раз спокойно присела. Давай 10 раз, 30 раз присядешь, отжимание пресс, и все, и домой. Давай. По 10. Не делай по 10, все. Ну, в общем, 30, чтобы было. Ну, почему? Хорошо? 10 приседаний, 10 отжиманий и 10 пресс. Тогда лучше вообще не делать. Или 30 или уходи. Июня, когда будет день недели. Да, будет соревнование. Я хотел бы пойти там. Вот ты идешь туда, борешься. А потом куда хочешь? В России идут. Еще раз. В России идут. А, Сергей Анатольевич, а где мы идем в России? А, в России? А в России там, пацаны, я даже не знаю, там 60 килограмм самый большой вес. Я принесу четверг положение, а потом постараюсь 65 и потом
Можешь бросить 6 килограмм? Да. У меня там вес. У меня 62. 62. Давайте я принесу положение. А куда, в каком городе? Белгород. Паспорт есть за гран? Да, уже сделал. Паспорт есть. Да? Давайте тогда я в четверг принесу положение. Мы еще раз посмотрим. Сколько дней? 3. Там, наверное, 7-й день приезда, 8-го и 9-го борется, и 10-го уезжает. Это значит, я ему тогда отправлю, чтобы он сказал. А сколько идут? Я еще даже не начал собирать. Там пойдут, Максим, они точно пойдут. Там пойдут. Я точно пойду, и мама, и папа знают. Еще те, кто что. Ну там брать, если брать Ливию, да, никакие. Просто так, те, чтобы упали. Просто в России 2004 год. Хорошо, значит. Все, Георгий, наборолся? Нет, не наборолся. Идешь туда, берешь 16 килограмм. Куда? Тренажерный зал. 16 килограмм на 5 минут. Что за? Дим, 16 килограмм. Она большая, круглая такая. А что будете делать? Дай платье. Он говорит, что у меня будет. Гуряна, в Россию едешь? Да. Я завтра позвоню, знаю, как что-то. Хорошо, а сколько она будет? Я вот завтра узнаю, чтобы пойду еще. Не надо ничего бороться. Вот здесь. Да. Сейчас тебе скажу. Да, вот сюда, да? Бери дальше. Смотри, что делаешь. Убери, пока убери, пожалуйста, через 10 минут. Вот это, вот это часть, не эту, а вот эту. Не. Мальчики, на канат залезьте по 5 раз, пожалуйста. Потом ко мне. Вот так, вот. Медленно. Так. Сейчас. Смотрим. Значит, раз, два. Сюда. Заходим. Не тяжело так держать? Нет. А сделай ты ему. В баскетбол. Так. А, у них, видишь как? Георгий, у них 3 секунды. И через 3 секунды. А у нас до УЗЕЧ. То есть возможность. Хорошо, я да, знал, но... Еще раз, спасибо. Так, все. Вольной борьбе, клуб Талиберы. Там идет переворот и фиксация 3 секунды. Туше. И все. У нас до УЗЕЧ секунды. Вот, значит, капа туда. Так, посмотрите внимательно. Значит, что? Достает дальнюю руку. Дальше. Под руку и захватывает свою руку.
Потом убирает ее. Видите, идет, идет в сторону головы, в сторону головы, в сторону головы. И переворачивает на удержание. А если руку не хватает, продолжи. Еще раз, еще раз, еще раз. Серега, много говоришь. Давай, еще раз. Взял отсюда. Оп. Вот так. Все. Разобрались по парам. Пошли. Харепиди. Пошли, первый номер делать. Я скажу, когда меняться. Вперед. Ты берешь, возьми тогда Иосифа. А не пока. Иосиф, Винкольша, Ильич. Сюда, к Игорю. Хайду репи, что вы сели? Георгий Чезар, да? Так, сейчас Серега тебе найдем. Владимир, что ты стоишь, смотришь? Ну давай, поцелуй его, извини, в жопу. Давай работай, блин. Сержи, сюда. Сюда. Так, Георгий. Георгий. Да. Серега тебе делает. А ты Винкач. Ты, антренор, идешь и смотришь. Да. Смотришь. Все, пошли. Первый номер делает. Второй не делает. А Лукрязы боец. Первый, не меняемся. И удержание. Ай. Дальше. Все, дальше. Так. Дальше. Дальше. Туда. Смотри. 3 секунды, следующий. 3 секунды, следующий. Аша. Туда, дальше. Давай. Так, и свою руку. И сюда идешь. Коп-коп-коп-коп-коп-коп. И посмотреть, как под дзюдо такое, по греблингу. Ай, серву, там пришел учитель. Давай, Денис. Ай, Денис Лукрязы. Ну. Давай. Давай, Денис, еще раз. Все. Давай, Денис. Хорошо. Ай, все, бросай. Ай, тренер. Проверь, Георгий. Серега, на него ложись. Перевернись и удержи его, Серый. И держи его. О, видишь, Серый, что там было по-другому? Как по-другому? Ну, ты-то у него же не ушел, Георгий ушел, у него нет. Хорошо, хоп, там тренер. Дальше. Давай делай, Мате, баскетбас номер Удоля. Мате, баскетбас номер Удоля. А, Лукрязы, быстрее. Бери руку, вот, смотри, этот. Не, сверху.
Еще раз, Денис. Можно было еще Георгий палец ему. Хорошо, минута осталась. Так ты, что ты стоишь? Приседай уже. Эй, попу опусти вниз, встань на колени. А у Гуряна с кем послать? С Денисом? А с Сырбу? Эти поборются. Эти вдвоем? Сырбу, кстати, это на петух. Ногу вперед. Хорошо. Мате. Встали. Пошли вокруг ковра. Сейчас 25 бросков на скорость. Готовимся к четвергу. Йосиф, о чем думаешь? Что-что? Так, все, разобрались по парам. Первый номер. Дождь, Шерункер. Встали. Так, для того, чтобы было интересней. Значит так, Сержик, вперед. А у меня нет? Георгий. Да-да-да, вперед. Игорь, ты пойдешь к Георгию, потому что он потяжелее. Сержик, а ты идешь к этому, к Йосифу. А ты пока, что ты рассматриваешь там? Себя смотришь? Да. Брат, садись пока. Раз, два, три, четыре, пять. И Даник шесть. Так, три пары. Идет, вот смотрите, раз, пара, два. Вот эти три, вот эти. Раз, два, три. Ушли, сели. Сержик, туда. Сели, да? Нет, нет, встал. Встал, приготовились. Нет, Сержик. Ну хорошо, вот так. Вот так стоим. Так, сейчас. Где мой секундомер? Вот он. Так. Как его? Встань сюда. Считаешь вслух 25. Вот бросок, говоришь, раз. Бросок, два. Унгурян. Считаешь там. Без кон. Нет, без падения. Без кон сюда. Встал вот сюда. Сел на манометр. Еще раз. Два. Нет, на стол. 25 бросков, чтобы было. За 2 минуты? Вон. Приготовились. Джим! Дождич! Громче считаем.
Кто сделает 25, отдыхает. 30 секунд. Считаешь слух, Денис? После 25 отдыхаю. 52 секунды. Давай, давай, давай. Есть? Да. Так, минута 4 секунды. Не слышу? Стоп, минута 22. Уползли. Следующие две пары. Дани, посчитай вот эту пару. А, Дани, чучело взял и туда. Ну ты опоздал сегодня, я думал тебя... Ну себя хорошо чувствуешь? Да. Внимание! Кто бросает? Кто тут считает вас? Посчитай, Георгий, пожалуйста. Внимание! 25 бросков должно быть! Даник, это не бросок, его считай его. Давай, вставай, Влад. 30 секунд. Кто сделает, сразу русского говорите, что сделал. Говорите громко, чтобы я слышал 25. Минута 5. Минута 5. Минута 5. Не успели. Следующие приготовились. Следующее. Отдохнули? Да. Дать еще отдохнуть? Да, можно? Да. А то он устал. 5 секунд. Он устал? 5 секунд. Да, отдыхаем 5 секунд. А что он устал? 3 километра. Куда? Да, 3 километра сегодня бегал. Так если бы он бегал все время, он бы пробежал. Его же не просят, чтобы он сделал это, а? Рекорд Европы установил, рекорд города. Спроси последний раз, когда он бегал. 2015. Ну, и то за девочку. И не поймал ее. Понимаешь? Побежал, она говорит, поймаешь, буду твоей. Он побежал и не догнал. Он говорит, хоть согреюсь. Зимой было дело. Можно начать? Нет, сейчас, вот, смотри, видишь, его все подходит. Все. Все, да? Приготовились. Кто считает? Здесь считает, только громко. Кто там считает? Тамбуряну. Здесь. Владимир. Внимание. Сейчас, сейчас. Я? Поставил, поставил. Когда сделают, сразу кричите громко. И джей! Один, раз, два, двое, два, три, три, четыре, два, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять,
3 до 4 секунди. Последний был? Нет, последний. 23. Давай. Можно еще раз? Да. 23. Помоги ему встать. За уши его. Хорошо. Минута 15. У меня был парень, жил во Флоренах. Тренировался в Олимпе. Хотел поехать на чемпионат Европы. И начал совмещать тренировки с работой. Зарабатывал деньги на поездку. Он бегал из Олимпии во Флорены и обратно. После, на тренировку и с тренировки. 3 раза в неделю. А то и больше. Так готовится. Теперь расскажу про гимнастику, олимпийские чемпионки. Дерюгина. Ирина Дерюгина, да? Все время. Вот наша, вот на сейчас в этом парламенте российском. Кабаева. Алина Кабаева. Еще раз. Это сборная. Когда у них был один день отпуска, то есть в воскресенье они отдыхали, они жрали. Вечером у них весы были, они становились на весы и смотрели. Если у них больше веса, они одевали костюмы, бегали кросс. Это художественная гимнастика. Они так дохлые, худые. А вот я смотрел фильм, Алина Кабаева рассказывает, когда она приехала, она занималась в одном месте, в Казахстане, кажется. Ну, Казахстан или Узбекистан. А потом там, значит, набор был. И она приехала и как бы хотела поступить в Москве. В школу Винна. Это величайшая тренер по художественной гимнастике, которая уже в пределах 15-20 лет или чемпионки мира Европы, наши самые лучшие. Лучшие, можно сказать. И когда она посматривала, тренер ей сказал, говорит, хочешь, говорит, записаться в нашу школу ко мне? Да, чтобы завтра у тебя было на 3 килограмма меньше. И все. Человек попал. Девочка. И считайте, что ей было уже тогда 12 лет. Сказали, у тебя лишний вес, 3 килограмма. Придешь, будет норма, мы тебя запишем. Чувствуете? Девочка, 3 килограмма. 12 лет. А мы мальчики. Так, сейчас кого тебе дать? Давай мы тебе Георгия дадим. А потом вот ты чуть-чуть Георгий устанет, моего брата. Брат тренируется, правильно? Да. Можете сразу с братом дать? Нет, давай, иди, папа. Давай, Георгий, иди, приготовься. Так, брат. Сережа с братом поборется? Да. Да. Иосиф? И ну плачь. Где Иосиф? Иосиф? Здесь. Иди сюда. Садись сюда пока. Пока не устану, ты посидишь. Так, Чезар. Прошу, Георгия. Боремся в партере. По греблингу. Себу Вискун, прошу вас. А, кстати, пацаны, 3-й год, 4-й, 5-й, не забыли там соревнования? Сербо, перейдите сюда, даже вот сюда. Угрянул сюда. Вот сюда. Георгий? Да. Нет. Вот вы уйдите вперед, пожалуйста, туда. Вот ваш там край. Вы здесь боретесь, Сербо. Все, аж сзади. Сели на колени.
Готовы? На колени. На, с колен просто. По греплингу. Удержание. Только не 3 секунды, 5 секунд. Это что? Три балла. Будем говорить так, чтобы вы не забрали, 3 балла, да? Если вы перешли на другое удержание, например, с другой стороны, 3 балла. Сели верхом, 3 балла. И все. Дальше надо сделать болевой. На одну руку, на другую руку, не, на руку, на ногу. И удушающий. Тогда вы можете набирать очки удержаниями. Готовы? Дует Сереженька, да? Да. Хорошо. Чемен! Серега, а чего дует? Здесь все закрыто. Ну, дует человек. Дует. Ну, все. Может, сдувает тебя? Да. Не сдуло тебя еще? Не сдувает. Пока нет. Дань. Да. Иди сюда. Проверилась. Иосиф ложится на спину. Иосиф, иди сюда. Одно твое быстрое движение идет перевод. Ты ложишься на спину. Он старается не сделать это держание. Да? Ты стараешься не давать ему. Он взял. Еще раз. Три переворота. Взял удержание. Отпускаешь. И не держишь. Чтобы она начнет тебе переворачивать, поставишь свою руку, она тебя улетит. Но когда через грудь, он вот сейчас и слабенький, потому что он устал. Но для тебя он очень сильный. И ты руку рогаш поставишь, она пью и улетит. Поэтому причем отпускаешь, становишься на ноги и бежишь справа, слева, стараешься пройти на удержание. Немножечко защищаешься и делай резкое движение. Одно резкое движение, пойдешь туда. Нет, просто будь аккуратнее. Я вас прошу, перейдите вот на тот край. Смотрите, чтобы не ударились, Игорёшенька, Игорёшек, чуть-чуть, пожалуйста, Георгий. Отдыхайте самостоятельно. После 15 минут боремся. Георгий, Мате. Георгий, Игорь, также, только перейдите сюда, пожалуйста. Этот, Чезар, чуть-чуть подвиньтесь туда. Они все равно там будут больше лежать. Все, работаем, пацаны. О! Thank you.
Ya me empezaron.
я там могу поднять, рот отпустить, и не так хорошо поплавить. Так. Матэ. Денис. Матэ. Да. Чезар, иди, пожалуйста, к Сергу, а Денис идет к Георгию. Вдруг после того, порвать. Порвать дедушку. Можешь? Да. Молодец. Все, можешь побороться. Отдыхаете, то есть раз, заснули. Но не больше 30 секунд отдыхаете. И опять бороться. Меняться можно. Меняться можно. Юрий, пошел. Мне кажется, мы сделали щепотку. Да. Я понимаю. Так, все устал? Я? Я. Ты шут? Я спросил. Сначала ты все прям я начал бегать просто, я из железа. Вот что? Ко мне чисто можно. Если бы приходило человек, я бы утром приходил. Ну надо посмотреть, во сколько занятий у вас. Да, у меня нет, Серёжа, а у меня есть. 8.30, я думал, пойти, если 8.30, это за 15 минут урока, 15. Я пошёл в 7.30 сюда. Пошёл в 7.30, вы бы побегали, ушли, потом пришли они, побегали и ушли. Ну, все равно выходить не будет. Я буду, если не скажу. Потому что я свое личное время буду ходить. Просто приходить и сидеть одному здесь. Нет, я приду, если это скажу. Все, вы боретесь еще 15 минут. Подряд? Можете сами. Подряд? Отдохнул и пошел дальше. Поменял партнера. Только не так брать. Взял этого Андрюху, который сопротивление не оставил. Вот взял двоих, вот например, кого. Взял Денис и Сыву, один есть против них. Да, можно. Но лучше не стоит. А то может ударить. Или оставить вас так? Нет, мы будем вместе. А? Мы будем вместе. Будем вместе. Все, поехали. Начали. Я еще раз говорю, поборолись. Устали немножко, отдохнул 30 секунд, пошел воды попил, пописал, покакал, попку выйти, голову вперед. Руками можно выйти. Да, Игорь? Потом бороться. А потом бороться. Я думаю, что... Это же точно. А? Юрнисан. Йось, Кинбар. Да? Георгий, ты будешь бороться или встал? Нет, бороться. Бороться, да? Стойка еще в парке. Нет, в парке. Вы хотите стойку, мы же держим. Да, ну, продолжим. Мы да? Тебя стой. Не объясню, против. Не может. Стой. Что-то же. Делайте. Тогда нет, тогда три пары. Матэ! Встали, Матэ, встали все. Три пары. Вот вы и Чезар, иди с Георгием. А разрешите? Ну что, что? Так, как мы сейчас. Так? Да. Тогда вот эти три пары, вот эти двое. Садитесь. А, вот вы здесь будете. Бурят, иди вот садились. Давай, сейчас. Давай, мы не пойдем. А ну, выходите. Иди сюда. Мы будем сейчас ехать. Ну, так, нет, вы идите сядьте лучше. Я вам скажу, почему. Потому что три камеры работают. Она и лучше. Да? Да, я сегодня. Ты не знаешь, что с тобой будет. Как хотите. Денис, вот это чучело между вами положите. Спасибо.
Он грянул. Вот кроме них двоих, с кем ты еще можешь побороться? Давай. Сейчас, одну секундочку. А вы здесь тогда, да? Или вы там побудете? Идите сюда вдвоем. Я знаю, что я вам дам. О, правильно, самый сычковый вариант. Давайте сделайте так. Смотрите. Мне не играет, сколько. Все, готовы? Хаджиме. Будете меняться. Посмотрите, послушайте меня. Как вы будете бороться? Сейчас я скажу. Вы идете туда и делаете любые упражнения, но у вас должно быть 700 раз. Вот ты сел и делаешь 30 раз, там 20 раз, там 50 раз. В общем, 500 или 700. Хорошо? 500 это мешок, 700 это... Не-не-не, Даня, сюда. Ты же будешь музыку слушать там. Да, с девочкой разговаривать. Даня, иди сюда. Да. Обойди, пожалуйста. Сэр, будешь суп Гуряну? Да. Ну, идите сюда. Так, кто здесь борется, борется в партере. Там в стойке, там в стойке, там в стойке, а здесь в партере. Чтобы не мешать. Чтобы оно снимало. Дверь закроете. Чезар, ты пойдешь там в тройке? А я знаю, кто здесь борется. Месси против Рональду. Да, Гуряну? Месси против Рональду. Да. Он против дома, прошанс, да. Чей я друг? Мой. Да, хорошо, Саша. А, все уже. Он тебя бросил. Рональду сверху. Стоп, стоп, не бегите. Отойди в сторону. Нет, ты сидишь. Стой, посмотри. Да что вы ему подкажете? Как? Вот, смотри. Да есть ли чего? Все, из-за души. Нет, я вот так. Сейчас, секундочку. Если ножки нет, если ножку выкинь, пожалуйста. Если что, посмотри. Сейчас. И ноги и лег. Да. Мне по-другому не получается. Я не могу потерпеть. Меньше. Видишь? Если не здесь. А вот отсюда, и отсюда. Ой, руки сами проходят. Только если ты его прижал. А для того, чтобы прижать, то ты имеешь... Вот. А я сюда, пожалуйста. Да,
9 баксов. 7 баксов. А потом
Мате, за ковром. Это папа. Нет. Я бы сейчас был. Денис, Мате ушли, Денис. За горло. Если вам поставить эту. Если по греплингу, им по барабану. А если по дзюдо, то мотай. По дзюдо. Одна была крикнуть. Так не родился. Он сдался. По какой борьбе боролись? По греплингу. По греплингу то выиграл, а если по дзюдо, то нельзя. Чтобы вместе может и по греплингу нельзя, но мы тогда боролись. А этот, мы его тут, знаешь, захватили на лицо душу. Я говорю, эй, на лицо. У нас можно. Андрюха евреев прошел, подается, а потом выигрывает. Что выиграет? Андрюха? Масовки мозги мои. Хорошо, так надо. Морду его в ковер отбрыхнуть. Почему? Оля, ну-ка. Далее не считается. Только по самбо. По самбе. По самбу будет. Тебя прижаться надо. Нажимай сюда, нажимай, нажимай. Гряну почувствовал и ушел. А? Да. Бросил друга. Бросил Месси. А у Месси не 10 номер, у него 9 номер. У Месси? Да. У Месси 10. 9. Почему? Слава, все 9. Я вот его перепутал. Он не Месси. Думал, что Месси, а он не Месси, блядь. Перепутал цифры. Нет, это у Варшавина, конечно. Он Месси, я тоже. Он Месси и без одной. Месси что? Без одной цифры. Ага. Ноль. Варшавина, ты сам? Не знаю я. Буду сейчас его резать. Играет в Казахстане. Играет хорошо. Вот. Он старый, вот уже 30-33 так. Много голов забирает. Такие посыды классные, красивые. Он наиграл классно. А сейчас, знаешь, старенький, ясный, все. Он любит деньгами, любит деньги или что-то. А кто
Все, попался вместе. Барселона. А что приснилось? Салют! Салют в честь Месси. Месси пока посидит салют, посмотрим. Денис-то такие здоровые мучи. Они даже матерятся. Это ты что, за хозяйство схватил, что ли? Нет, я случайно. Вот я взял. Ага. Чезар, аккуратно борешься. Чезар. Все делаешь аккуратно. Кто... Еще раз, Чезар, все делаешь аккуратно. Стоп, Чезар, стоп. Вот так. Не знаю, выиграл ты или проиграл, но просто если ты попадаешься... Оп. Георгий, делаешь бедро. Стоишь на прямых ногах, наклоняешься и падаешь вниз головой. Вот смотри, держишь его, держишь, наклоняешься, падаешь на голову. Ты его брас и бросаешь, и он не падает, и ты, и оба головой идете. Выпрямиться, выпрямиться и присесть. Оторви его, посади себе его на таз, а потом брось. Стоп, висун мате. Угуряна мате, перейдите сюда, чтобы не упали туда. Да, что у него больно, что делать? Что правую ногу, что левую? Там драка не было, он потерялся, что он говорит, ну как он. И гнев такой, правый, левый, говорит, какую вам? Я говорю, давай, бэйки, ногу убираю, он сам начинает. Я рассказывал. Ногти вновь. Георгий, выпрямись, не сгибайся. Вот сейчас он повернется через грудь. Эй. Умудрился упасть. Георгий, голову под мышку. Голову под мышку запусти ему. Возьмешь двумя руками и все, и задушишь. Нет, так нельзя душить. Да, сам бы потренировался. Дальше, дальше ноги. Ну, то, что сегодня показывали, Георгий. Ну, тирой, тирой, да, Денис, слушай, Денис, слушай. Можете в эту позицию только туда. Да блин. Наборолся? Игорёк-то наборолся? Наборолся. Серый наборолся? Отлично. Георгий наборолся? Давай. Все, можете мысли идти домой. Нет, тоже можешь. Да, конечно. Чезар, туда перейдите. Ага.
И дверь, Игорек, а дверь открой, можешь. Давай, Андрюха, сделаешь 30 свиданий, приятно. Кого ты будешь ждать? Да иди вон туда, иди сделай, что все буду потихоньку отпускать. Иди сделай 30 приседаний, отжиманий приятно. Сегодня пришла девочка, я ее так доказал, так она 10 раз руки еще за голову на меня смотрит, 10 раз присела. Спокойно. Я ее привел сюда, показал пацанам. Какая? Шестой класс. В тэквондо. И вообще никаких проблем. Слова не сказала. Наказать, наказать. Сняла только рюкзак, мобильник спрятала и в платье так 10 раз спокойно присела. Давай 10 раз, 30 раз присядешь, отжимание присядешь. И все, и домой. Давай. По 10. Сделай по 10, все. Ну, в общем, 30, чтобы было. Не хочу. Хорошо? 10 приседаний, 10 отжиманий и 10 пресс-пресс. Это лучше вообще не делать. Ну. Или 30 или уходи. Июня, когда будет день недели. Да, будет соревнование. Зоопопер. Я хотел бы пойти там. Родительные курсы. Я посмотрел вчера. Вот ты идешь туда, борешься. А потом куда хочешь? В России. Еще раз. В России тоже. А, Сергей Анатольевич, а где мы идем в Россию? Да. А, в Россию? Да, и в Россию? А в Россию там, пацаны, даже не знаю, там 60 килограмм самый большой вес. Я принесу в четверг положение. А куда мы идем? Постараюсь 65 и потом... Можешь бросить 6 килограмм? Да. У меня там 2 осталось. У меня 62. 62. Давайте я принесу положение. А куда, в каком городе? Белгород. Белгород. Паспорт есть сыгран? Да, уже сделал. Паспорт есть. Да? Давайте, когда я в четверг принесу положение, мы еще раз посмотрим. Сколько дней? 3? Там, наверное, 7-го день приезда, 8-го и 9-го борются, и 10-го уезжают. Это значит, я ему тогда отправлю, чтобы он сказал. А сколько идут? Я еще даже не начал собирать. Там пойдут, Максим, они тоже. Да, капитан они тоже хотят прийти. Я точно да, пойду, и мама, и папа знают. Еще те, кто что. Ну там брать, если брать Ливию, да, но они никакие. Просто так, прийти, чтобы упали. Потому что в России 2004 год. Хорошо, значит. Все, Георгий, наборолся? Нет, не наборолся. Идешь туда, берешь 16 килограмм. Куда? Тренажерный зал. 16 килограмм на 5 минут. Сюда. Гири 16 килограмм. Она большая, круглая такая. А что будете делать? Да, он говорит, что у меня будет. Дай. Вы дайте. Голубой снимки, голубая песня. Мой сик. Гуряна, в Россию едешь? Да. Я завтра позвоню, узнаю, как что там. Я вот завтра узнаю, чтобы пойду еще. Стой вот здесь. Вот здесь лучше. Сейчас тебе скажу. Да, вот сюда, да? Смотри, что делаешь. Я разожму вас. Я такая клиента дочь. Не больно. Вот, посмотри. Я дал сюда. Сюда? Сюда. Так, я тебе скажу, что отсюда не клал. Два. Сейчас разворачиваешь. Получается.
Нет, ну пока убери, пожалуйста. Через 10 минут. Вот это, вот это часть. Не это, а вот это. И отсюда. Не-не-не-не. Мальчики. Посмотрите на сына. Нет. Да вот пока мы не смотрели, я помню. Да. Все, да? Нет. Все, я вот 20 секунд не держал. Он бросок без кона. Я не видел, поэтому не могу сказать. Он может кого-то Андрюха, смотри, подножка дебил. Ну почему дебил? Вот он. Ну может ошибиться, может правильно сказать. Дебил. От Андрюха. Неужели сыр был выиграл? Неужели сыр был выиграл? Время сейчас засеку. 3 минуты. Еще 3 минуты. Хлопок не слышишь. Смотри. Вот так. То есть у тебя палец уходит сюда. Ты как бы палец, чтобы он сверху. Оставь, Чезар, оставь. Сырбу, так вы боретесь или что делаете? Матей Сырбу. Дуди, все, пара. Так что, Денис, Денис выиграл, да? Да, нет. Он выиграл, А Денис всех проверяет. Андрюха, или качаться, или домой? Я сказал, Андрюха, положи мяч. Ты не сделал 30 отжиманий, пресс? Нет, все, значит, все. Мячик убери, Андрей. Не могу разрешить. Вот сделал бы, тогда, пожалуйста, а так нет. Аккуратно, Чезар. Давай, еще. Знаешь, сколько у тебя осталось? 1,5 минуты. Сыр. Давай, бей. Посмотри на меня, посмотри. Нога, гиря здесь, нога здесь, и ты бьешь. То есть смотри, гиря и напротив нога, чтобы ты пью движение. Пью. О, да. И стой прямо. Пару раз ударил и уже старайся не смотреть. Разворачивается такую прямая нога. Так, минута осталось, уже меньше. Возьми дальнюю руку, выключись. Души. Интересно, Денис, чем он сейчас дышит? Ау, блин, есть. Есть.
Давай. Оп. Разворачивай стопу. Разворачивай. Не разворачиваешь. Бьешь костяшкой. Вот этой костяшкой бьешь. Разворачивай. Давай, 15 секунд еще. Пошел. Два. Давай, давай. Посильнее. Нет. У тебя должно быть. Вот. Хорош, мате. Все. Забираешь, относишь, можешь быть свободен. Вот так вот каждый раз должен делать. Все, честно, фон. Все, достаточно. Отлично. Так это же сдача. Повторный раз, два раза так сделал. Это сдача. Нет, когда я хотел выдохнуть, и с нога была у Чезаря на лицо. Умрет. Алло, Олег, Олег. Ласи камера. Олег. Здесь фильмец. Фильмец. Давай, пацаны, в фильмец. Передаете привет, мама, папа. Передаете привет, мама, папа, тата. Бей, прошу, ты вкруг рядом на ухане. Можно мне помогу? Нет. Семь. Восемь. Какой восемь? Уже 14. Восемь. Я считал. Восемь. 14, Сергей Анатольевич. Восемь. Девять. Десять. 11. 12. Да я в дальнем состоянии, я хочу играть. Можно по 25? Нет. Ай, сердце мое. 9. 10. Стали 9 и 10. Сколько? 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 18. 19. 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 19
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Смотришь на меня. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. И отжимания еще. Андрюха, ты столько отжимался, столько приседал, и ты 30 раз. Я вообще с тебя в шоке. Мне кажется, ты уже должен был по 100 раз спокойно делать. Ну, не сейчас. Нет. Или в лотерь, или домой. Ну я уже сделал 2, почему домой? Можно хотя бы немного поиграть, я пойду? Нет, сначала сделать, потом поиграть. Представляешь, пришел в магазин, встал хлеб, говорит, я немножко поем, потом принесу деньги. Вместо того, чтобы разговаривать, взял бы уже сделал и все, и ушел бы играл. Уже 10 минут бы играл. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Даже такие, я даже не знаю, как считать. Считать даже не буду. А как сделать? Нормально. Показать тебе? Вот спроси Игорь, он тебе покажет. 12, 13, 14, 15, 16. Я в шоке. Я могу сделать, у меня будет плечо болеть. Посмотри. Не могу я. 16. 17. 18. 19. 20. Сейчас сделаю. 21. 22. 23. 24. Юрий Салыч бы даже не посчитал. 24. 25, 26, 27, 28. Еще два раза. Ну так делаешь, блин. Ёпарасоте, блин. Ужас. Ужас, пацаны. А они почему не делают? Да они боролись, они делали. Стоп!
Значит, три лимона. Значит, давай три лимона. Три лимона, ладно, три лимона. Кончим. Помогай, я что? Лена, чем мы на улице? Выдай, выдай. Эйха. 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 Пойдут на кухню. У меня там не есть 100 грамм. Парни. Будем скоро чеда с сыном. Эй, был стыд, Патрулю. Дай мне за то подбой на сыр. Кынуть пара высыпался. Не знаю, А мы кинется на твой ответ. Yeah.
Я душу порчал, он для субок. Я. Да.
Да брай! Кончик, здесь банку скидываешь, раз. Георгий, Георгий, а ну! Так. Ну, сзади! Ну, я мундир сбоку. Там. Ой! Так сильно я маха не пал. Ой, рад, как-то. Ну, почитай.
Я тебя пошлю, если не будешь работать.
Подожди, я могу шанс. Просто умереть, да, я хочу типа. У меня разум два раза было. Я вам все на тест. Так, ну нас спокойно. Серьезно, вот это. Да, да. Просто. А, без кумра. Щи не слышно.